На состоявшемся в Лиде весеннем турнире среди профессиональных команд футболисты Белтрансгаза сыграли усеченным составом. Травмы и болезни не позволили коллективу продемонстрировать свои лучшие качества. В первой игре газовики, несмотря на то, что Евгений Снапко открыл счет, уступили хозяевам турнира 1-3. На следующий день они разгромили резервистов брестского «Динамо» 6-1. Авторами голов стали Артур Круглый, Николай Мазур, Дмитрий Гомза, Алексей Гапонов и дважды Александр Жигало. В заключительной игре в слонимском дерби с коммунальником матч завершился в ничью 2-2. Дубль совершил Гомза, который по окончанию турнира был признан лучшим игроком Белтрансгаза. В ближайших планах команды спарринг 19 марта в Лунинце с «Гранитом». Предварительно 23 марта газовики сыграют со «Сморгонью».